Утром среды на пересечении улиц Краснореченская и Репина 27-летняя автомобилистка разбила в ДТП универсал своего бойфренда. Сама она не пострадала, а вот ее оппоненту пришлось ехать в больницу на обследование. Хабаровченко управляла Honda Airwave и двигалась по улице Краснореченской со стороны Суворова в направлении центра города. Автомобилист на аккорде ехал навстречу и собирался развернуться на этом перекрестке. Мужчина решил не рисковать и дождаться, когда встречный поток будет остановлен светофором. Замигал зеленый, зажегся желтый. И владелец аккорда, бросив взгляд вперед, приступил к маневру. И тут же получил сильный удар. Управлявшая универсалом горожанка честно призналась, что поехала на желтый. Черный седан со включенным указателем поворота впереди она прекрасно видела, но у нее сложилось впечатление, что мужчина ее пропустит. Для универсала столкновение получилось довольно разрушительным. Машина, налетев на препятствие, почти на полном ходу отлетела в сторону обочины и задела столб. Виновницу аварии спасли подушки безопасности. Для нее столкновение было фронтальным. А вот мужчина от бокового удара какой-то системой безопасности не был прикрыт. 33-летнего водителя аккорда увезли в больницу с подозрением на сотрясение мозга. Инспекторы называют виновницей аварии автомобилистку, так как желтый сигнал светофора является запрещающим движение. Страховки на Airwave не имелось. Приехавший на место ДТП хозяин машины озвучил план продать ее после оформления аварии. Разумеется, намного дешевле рыночной цены, поскольку восстановление автомобиля обойдется новому собственнику в круглую сумму. С места происшествия Анастасия Манина и Андрей Алферов.